Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazon Roleplay, первый сервер. Мы нигде с Кирилл Путбулови, и думаю, вы поняли по названию ролика, о чем сегодня пойдет речь. Да, это, конечно, жестко, но, чуваки, да, это правда. Я просрал восьмерку русской мафии, да. И самое, что глупое, то, что это прошло прямо перед Новым годом. Буквально за 2 часа до Нового года по украинскому времени я получил варн. Да, пацаны, я получил варн, я, в принципе, это осознаю, что, блядь, варн я получил по своей глупости, в принципе, вот. Здесь написано варн, вот. Еще один день, и он слетит, в принципе, из-за того, что у меня випка есть. И кто-то здесь радар поставил. Замечательно. Четко. Короче, вот такие вот дела, чуваки. Да, я просрал восьмерку русской мафии. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Это просто пиздец. Я не знаю, как... Блять, ну как мне повезло, да, пиздец, вообще. Блять, перед Новым годом просрать восьмерку русской мафии просто. Я в шоке, реально. Блять, ну это пиздец. Я писал лидеру насчет этого, но восстановить меня смогут только на 5 ранг. Но я не знаю, я думаю, уже нету смысла возвращаться в русскую мафию. Потому что сколько я был там, 2-3 месяца, блять, ну, качался. Поэтому, блин, я, наверное, не буду возвращаться в русскую мафию, но это не точно, конечно. Пишите в комментариях, в какую мне мафию, ой, в какую мне организацию пойти. Только ППС и ДПС можете не писать, потому что у меня нету военного билета, да. У меня нету военного билета, ВБ, короче. Поэтому я не смогу туда пойти. Не знаю, я бы, может, пошел бы в армию, на самом деле. Но тоже не валик, знаете почему не валик? Потому что нужно, чтобы кто-то мне продукты привозил. Но если найти пацанова чувака, какого-нибудь мне продукты привозить, тогда можно идти в армию. Потому что, бля, я ж там не ливну, блядь. И понимаете, я ж там не уйду в отпуск, в выходной, блядь. Если ливну, то все это пизда, понимаете? Вот чем прикол. И там вообще нужно не нарушать правила, блядь, вообще. Потому что вы там отыграете сколько там времени, и если у вас дадут варн, то все, это пизда. Потому что там повышается системой. Я бы пошел, не знаю, можно в ОПГ какой-то пойти. Можно пойти, не знаю, блядь. Я бы на самом деле куда-то девяточкой бы пошел. Потому что, блядь, давно я не был девяточкой, хочется собески подделать, знаете, там, чтобы охуенно было. Конечно, я... Русская мафия шел к этому. Очень хотел с девяткой. Но, увы. У меня это не получилось, к сожалению. У меня не получилось стать девяткой, блядь. И просто, блядь, по такой глупости просто получить варн, блин. Серьезно. Блядь. Решил я, конечно, скоротить чуть-чуть, да. Хотя это было незначительно. И получил варн, блядь. Ну, хули. Хули делать, это ж я, блядь. Ой, всегда мне что-то не везет, нахуй. На мажинге уже после деактивации моего основного аккаунта прям все. Черная полоса, нахуй, блядь. Прям черная, блядь, такая, сука, полоса, блядь, ебаная. Какая меня преследует. Ну хуй с ним, блядь, прорвемся, нахуй. Пошло все в пизду. Будем играть дальше, будем развиваться. Не знаю, я бы. Пишите, куда идти, короче. И вы там голосуйте в комментариях за друг друга. Куда будет больше, блядь, короче, предложений пойти, туда я пойду. Повторюсь, ППС, ДПС, я не смогу пойти, военного билета нету. Донить пока что тоже возможности нема. Поэтому ДПС, ППС не предлагайте. Ну, я по ВПГ пошел из-за того, что капты, блин. Вот капты мне нравятся. Я бы капты поснимал, хотя, блядь, это же заезженная тема. В принципе, я уже был в ОПХ.
в какую-то госорганизацию идти, не знаю, в администрацию, блядь, хуй знает, тоже, понимаете. Да, там бабочки нормально капают. Если у кого вообще есть какие-то предложения, можете писать тоже, блядь, в ВК. В принципе, блин. Я хз. Ну ладно, на этом у меня все, в принципе. Всем спасибо за просмотр. Да, вот так, пацаны, я просрал, сука, восьмерку. Блядь, перед Новым годом, сука. Ну пиздец, реально, блядь. Пособирал один подарки, нахуй, перед Новым годом, блядь. Да вообще заебись, да? Только я так могу, пацаны, только я так могу, блядь. Ладно, на этом у меня все. Всех с Новым годом, пацаны. Собирайте подарочки. Там, X2, в принципе, вся хуйня. Заходите на Амазинг. Ждем ГО, блядь. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.